вкратце, какие основные модели существуют в европейских странах, как защищают туристов в Европе. Одна из основных моделей – это страхование финансовой ответственности туроператора. Эта модель работает практически во всех европейских странах. Основной фактор одинаковый для всех. Каждый туроператор, который продает турпакеты, туристические пакеты для выезда за рубеж Евросоюза, обязан иметь страховку своей финансовой ответственности, своего финансового состояния. Сумма страховок колеблется, в некоторых странах они привязаны к объему отправки туристов, в некоторых странах они фиксированные суммы, в каждой стране по-разному. Самые защищенные туристы, на мой взгляд, это граждане Англии, у которых достаточно сложная система реализована. Помимо страховки, там существует саморегулирующая организация компании, занимающиеся туристическими услугами, это туроператоры, и в том числе и авиакомпании тоже входят в эту организацию. Там создан фонд совместный между этой саморегулирующей организацией и Комитетом цивильной авиации, гражданской авиации Великобритании, совместный фонд создан, который гарантирует возврат всех туристов из-за границы, которые купили турпакеты, и в случае финансовой несостоятельности какого-либо туроператора. И при банкротстве даже очень крупных игроков, которые там происходят, в Англии также, как и в других странах, банкротство – это нормальное явление для любого бизнеса. Главное, чтобы не страдали потребители. Вот в Англии этот вопрос решен. Но для того, чтобы реализовать это у нас, в нашей стране, это достаточно длительный и сложный процесс. Поэтому наша компания и как член Ассоциации лидеров турбизнеса, мы придерживаемся позиции, что мы должны более простую схему реализовать. Эта схема, условно говоря, немецкая, мы ее называем. В Германии каждый туроператор должен быть застрахован на сумму 10 миллионов евро. Мы понимаем, что для Украины это большие деньги, поэтому мы предлагаем начинать с суммы 1 миллион евро для туроператоров, которые позволят хотя бы снять напряжение и покрыть, ну, первую волну, вывести туристов из-за границы, как минимум основное количество туристов вернуть в Украину. С такой инициативой мы выступаем уже давно, мы пытаемся все время ее продвигать, напоминать. И завтра опять должна очередная встреча состояться в том же ключе. Постараемся опять поднять этот вопрос и все-таки приблизиться к реализации этого законодательства.